Спасти от огня. Сотрудники МЧС республики провели учения. По легенде, им предстояло потушить пожар на 10 этаже в трехкомнатной квартире. Спасатели прибыли вовремя, развернули штаб. В борьбе с огнем задействовали технику, две автолестницы и спасательный куб. Благодаря слаженным действиям команды быстро удалось потушить огонь, спасти двоих человек и еще 8 эвакуировать. По оценкам самих пожарных, учения прошли на высоком уровне. Было применено несколько способов спасения людей. Был применен куб жизни, спасательный рукав был применен, потом применено самоспасание и спасание с помощью автолестницы. Учения прошли удачно. Весь личный состав свои действия отработал на отлично.